Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Настя, мне кажется, я влюбилась. На фотке он вообще стрёмный, в жизни он намного красивее. Май, как думаешь, пиццу с колбасками или с анчоусами? Я думаю, что старшенького мы назовем Сережа, а если девочка будет, то Евдокия. Прикинь, в Инстаграме специально каких-то баб лайкает, чтобы я его ревновала. Последнее время посты вообще только про любовь. Наверное, про меня пишет. Любовь похожая на сон. В интернете парные свитшоты видела. Люблю его, люблю ее. Думаю, нам заказать. А как ты думаешь, как я у него в телефоне подписана? Нет, свадьбу мы хотим скромненькую, где-то на Бали. Не любит, любит, не любит. Да по-любому любит. Моя невеста, ты... Ну, типа, не моя невеста, а вот моя невеста. То мне песню просто посвятила. Мась, чего ты взяла, что вы с ним встречаетесь? Он мне фотку лайкнул. Вообще-то это был фейк. Как такое может быть? Может... Короче, сейчас покажу тебе фокус, после которого твоя жизнь поделится на до и после. Для этого фокуса нам нужна мицеллярная вода и ватные спонжики. Офигеть, да? Скорее беги и разыгрывай точно так же свою подругу. Аля! Ну ты ж сегодня говорила, что она у тебя быстро заканчивается. Сируха! Аля, что это? В смысле? Аль... Ну, Май, ну хватит зарекать. Я не хочу с тобой разговаривать, ты задолбала уже. Ок. Ты дура? Ты что, дура? Шо, Май, шампунь выбираешь? Угу. Аля, Аля, Аля! Я тебе выбрала шампунь. Дура. Иди в жопу. Ну прости, хочешь еще? Май, ну хватит обижаться, ну прости. А ну просто это уже бесит. Да ну блин, ну правда, ну прости, я тебе купила пирожное, смотри. Спасибо. Тебе нравится? На. Слушай, зайка, на. Аля, ну что? Аля, ну мне в нос попал. Ничего, Май, ну думаешь. Спасибо. Блин, Светка, что-то я стремаюсь, я ДЗ по матёше не сделала. Да что ты паришься? Да если я двойку принесу, мне мамка телефон заберет. Я не смогу свой блог вести, а мне уже как бы рекламка подъехала. Контора такая, полукан. Ну, вообще как бы солидно, да. Да, да. Так а что, давай урок прогуляем. Если Энку журнал поставят, мне вообще капец. Ты что, малолетка какая-то? Старшаки все время прогуливают. Ну тогда давай. Блин, Светка, что-то я так очкую, давай подальше от школы отойдем. Ты что, сыкуха? Блин, зауч! Светка, ты куда? Светка, ты чё меня кинула? Блин, лишь бы она нас вообще не догнала. В это дело не догонят, мы 4 километра отбежали. Блин, Катя Ботан же звонит. Все, нас спалили, понимаешь? Я отключаю. Просто конец моей карьере, понимаешь? Меня за эту энку родаки просто из дома выгонят. Это, между прочим, все ты. А что сразу я? Блин, опять Катька звонит. Ты бери уже, я уже ко всему готова. Алло, да. А в смысле урока не было? А знаешь, я догадывалась, что урока не будет. Вообще четко получилось. Миска, ХСП. Носочки еще внутрь, внутрь, да? еще. Вот, отлично. Я ВКонтакте такой статус поставила. Ты не такой, как все. Ты гораздо глубже. У тебя океан внутри, а у кого-то лужи. Как ты думаешь, он поймет, что я его люблю? Прикинь, короче, какой-то телефон выйдет вообще без кнопок. Это как? А я откуда знаю? Мне мамка только вчера Nokia Express Music купила. Ленка, короче, напиши всем в ВК, что я уже в падике. Встречаемся все на третьем этаже. Я у Аньки спешу. По математике я в тот раз отвечала. По химии спрашивать ничего не будут. А литературу я перед уроком почитаю. Ну все, готово. Анька, а ты математику сделала? Нет? О, так а чего я тоже туда делать не буду? Ага, давай, пока. Вот сейчас немножко полежу
и буду ДЗ делать. Качу на голодный желудок, материал плохо усваивается. А тебе что, одной серии жалко, да? Дочка, чему равен квадрат гипотенузы? 5, 8, 16? Равноправию. Я не знаю. А это точно литература вообще? Смотри, что я сделала. Вот какие уроки? Так поздно, уже и спать пора. Короче, давай я сейчас тебя наберу. Ну, если вкратце, то было приблизительно так. Ну, в общем, как-то так. Дочка сообщение прислала. Где дочь? Откуда звук? Привет, как дела? Сейчас, короче, мы встретимся. Сейчас соберусь, подъеду минут через 5. Считаю, что он просто со мной по-свински поступит. Тупил, а я сильная, я не намерена такое терпеть. Короче, я его бросила. Все правильно сказала. Считаю, что он просто со мной по-свински поступил. Господи, как же это можно слушать? Я уже бегу, я уже почти в маршрутке сижу. Давай, сейчас скоро увидимся. Блин, я что, видео записала? Она работала в бутике Берилёва, а её парень не выкинул с работы. Мама дорогая, очуметь! Дикий ангел. Взглянул в твои глаза, ты слова... Сегодня в обувной пришла, ну, очень жирная тетка. Ты слова припомню все и снова повторю, кто тебе... Проходят дни, пролетают года, высыхают океан. Андрей Палыч. Все машины позади, еду в Audi. На дороге впереди 4 круга позади, если Audi. Короче говоря, решила стать рэпером. Точняк! Чтобы быть как рэпер, нужно одеваться как рэпер. Где-то на белом свете, там где всегда... Ну чё? Парад, парад, порадуемся на своем веку. Издеваешься? Конечно же нет. Чётко пломбир. То, что нужно. Теперь нужно придумать псевдоним. Дёрти Майя? Да нет. Майя Фараоновна. А, нет, где-то такое уже было. Все крутые рэперы перед именем ставят слово Лил. Так что я буду Лил Майя. Но про что читать? Гуччи, Версачи, ЛВ. Биршка! Писала час, два. Короче говоря... Да в жопу этих рэперов! Стану блогером. Все машины позади едут. Что ты делаешь? Ты зачем себе прыщи давишь? Не, ну а что мне так ходить? Так тебя еще больше обсыпет. Не обсыпет! Ого, у тебя ветрянка? Ты что, еще не болела? Да прыщи это! Посыпала меня тупо, как малолетку какую-то. Что, давай косметикой все замажем. У тебя есть? Так, короче, бери Танака побольше. Еще, давай еще чуть побольше. Еще больше. Слушай, немного? Тебе не жалко? Да не парься, я ее в пятерочке купила. Теперь похлопывающими движениями. Еще, давай, вот так. Нормально? Нормально. Давай я тебе мейкап сделаю. Начнем со стрелки. Слушай, не сильно много? Не, вообще хорошо. А сейчас... Контуринг. Вообще натурально вышло. Так, а сейчас хайлайтер. Готово. Это точно красиво? Точно, как у Ким Кардашьян. Настя, это что такое? Смотрите, какая красивая осень. По-моему, такой осени никогда не было. Ведь эта осень самая красивая осень. Хэштег осень. Наконец-то можно носить уютные свитшоты. Этой осенью просто мучает меня какая-то ужасная аллергия. Если бы не маска, то это просто... Осенняя пора очей, очарования.
осенняя пора. Чай! Ребят, не знаю, это осень настолько жаркая, а я себе купила Fendi пальто за 5 косарей. Ребят, осталось совсем немножко теплых деньков, поэтому обязательно ходите, гуляйте, развлекайтесь. Вообще не понимаю, утром жарко, вечером холодно. Голосуй, а что ты больше любишь, осень или зиму? Молодой человек, а можете меня сфоткать? Ну типа я в прыжке, типа возле листиков такая прыгаю. Ну вам что, жалко что ли? Мне нормально, не сфоткал, еще и ржет. Вообще-то это селфи называется.